это превышает норму в 3 раза. По приборам смотрю, значит, да, что-то есть. И студенты мои бегут ко мне, говорят: Сергей Валерьевич, смотрите, мы не можем приборы настроить. Он говорит: ничего, нет у меня какой радиации. У нас есть, а у тебя нет. А потому что у меня приборы не работают. А где твои приборы? А что с приборами? Батареек нет. Вот этим радиоактивным дымом они дышали, на этом радиоактивном углях они жарили шашлыки и их употребляли. Это был вред, нанесен организму, обалденный. Огромное влияние произвело в свое время авария на Чернобыльской атомной электростанции, то есть ее последствия. Как правило, производства все были здесь ликвидированы. Большие производства, которые были когда-то, это спичечная фабрика, мебельная фабрика, то есть на которых люди были задействованы, трудились. Ну вот. И, конечно, люди сейчас очень переживают и сетуют о том, что рабочих мест не хватает. Не боялись. Хотя, ну, говорили, что предупреждали, что как бы тут есть такое, что там радиация, не радиация, но мы ее не чувствовали. Когда мы приехали, тут же все населенное было. Полностью дома все были заселенные. А сейчас же вы видите, все разваленное.